Бабки Руси читает. Ну, толстыми кому? Чему? Ко. Давай посмотрим вместе. Ко. Му. Че. Им. Кому чему? Толстыми кому чему? А может быть вот так вот, смотри. А может быть ко, а потом вот здесь вот читать надо. Может быть, ты пропускаешь слишком много? Нет. Ну как же нет? Ладно, попробуй так. Еще раз. Ну давай. Ко. Толстым. По. По. Ко. Вот здесь читай. Ко. Ко. Коло. Толстыми коло. С. Я. Я. Ми. Колосьями. Толстыми чем? Колосьями. А может быть просто колосьями? Если бы здесь было, то тогда было бы колосьями. А здесь нет ко. Может быть, смотри, вот ко, перенос, а вот здесь дальше идет продолжение. И что получается? Колосья. Колосьями. Читайте, пожалуйста, дальше. Своими колосьями. Толстыми колосьями. Что такое? Что тебя так развеселило? Стояние в углу или нет, чтение? Ты меня слишком сильно развеселил. Чем это? А чем это? То, что ты говоришь, читай дальше. Колосьями. Как вы читаете, так мы и произносим. Терусик, вставай. Читаем дальше. Давай. Я в тебя верю, ты можешь. Там осталось-то чуть-чуть. На полдня, да? Да, на полдня. Вот столько. Вот мало это, когда вот столько. Но ты же любишь читать. Ты же очень сильно любишь читать. Я смеюсь, когда читаю, да? Ты да, ты просто говоришь... Бабушка, давай почитаем. Нет. Ты говоришь, бабушка, давай почитаем, давай выключим мультики, давай не будем играться, давай почитаем, ты говоришь. Бабушка. Нет, не говорю это. А как ты говоришь? Все, не читаем. Понятно? Ты любишь читать. Люблю я читать. Да любишь, ты забыла совсем. Я не люблю. Ты любишь читать и считать. Нет. А что ты любишь? Я? Ну? Смотреть Ютуб. И играть в телефон. Да, и полить резину, да? Да. Стоять в углу, плакать. Нет. В общем, со мной читать ты не хочешь, да? Нет. Бабушку надо звать. Хочу с тобой читать. Со мной хочешь читать? Ты мне смешно говорил. Так, давай читай дальше, давай. Что там за следующее слово? Сядьте. Лежа не читают, садись. Колосье, давай дальше. Давай. Толстыми колосьями дальше. Что там? Что там дальше пишут? Вот сюда? Да. Слово из трех букв. Ну. Чито. Чито. Что? Дальше. Что? Я хочу. Дальше читай. Пить. Потом попьешь. Читай дальше. Что там дальше написано? С. Та. Ло. Дальше. Для. Ну. Для. Для. Дальше. Для. Домика. Нет, не угадывай, мы читаем. Ну.
Какая там буква? Глазики болят. Глазики болят? Жопка не болит? Нет, болит. Болит? Да. Странно, почему? Это из-за глазиков. Да. Читала и заболела жопка. Такое бывает, да? Читала, заболела. Сейчас пойду позову главного врача, бабушку. Она тебя полечит. У нее есть волшебный тапок? Не-не-не, она у меня все будет еще больнее болеть будет. Ну тогда читай. Двоечница, читай давай. Ты не двоечница. А что там за следующее слово? Домик. Да какой же домик? Читаешь? Да. Ну? А если не читаю? Тогда в угол. Жалостливое лицо не прокатит. Надо читать.